Евгеньевна. Ну, авторы, несомненно. Просто прекрасно. Правда, один у меня есть момент очень сложный. Я посмотрю, что сейчас будет. Поначалу первое произведение, я нисколько не сомневаюсь, все будет прекрасно. Когда-то у Николы Паганини, он был уже в возрасте, не очень болен, но его просили все-таки сказать, что самое ценное, вот что самое, даже не ценное, а драгоценное для него, что он сохранил вот во всей своей жизни, что сберег. И он сказал: колокола, звуки колоколов. Они его преследовали с детства. Вот когда его заставляли по много часов заниматься, единственная отдушина была, когда он слышал голоса колоколов. Но не случайно так много этих колоколов в его сочинении, тем более, что сегодня прозвучит Кампанелла Николы Паганини. Исполнительница Елена Сердюкова, партия фортепиано, Анастасия Буря. Thank you.